Всем привет! Привет, друзья! Сегодня будем делать лакомство. На рыбалку у нас не получается сходить. Погода разбушевалась. На улице уже, наверное, неделю, не знаю, стоит. То снег валит, сугробы такие намело. Вообще конкретные, да, Мишанька? Ну да, там прям сугробища-то какие. Не пролезть вообще. Ну ладно, сугробы, ребят. Так еще и мороз по 25 градусов. А ночью вообще до 27 доходит. А и то поэтому... и 30 бывает. По-моему, даже было и 30 вроде как. Поэтому в такую погоду посидим дома, ребят. Приготовим сегодня вкусненькое. Погода у него плохая. Настоящему рыбаку никакая погода не мешает. В любую погоду на рыбалку. Как я вот, например. То погода плохая. А для нашего лакомства нам понадобится... Две шоколадки. Сгущенка. И арахис. И простой арахис. Но мы его обжарим, Мишань. Ну, орехи можно любые, но мы решили с арахисом сделать. Все вот это блюдо выходит... Где-то на 200 рублей. Недорого и нормально. И плюс еще, ребят, можно выиграть миллион. Вот такие дела, да, Мишань? Ага. Миллион в награду, ребят. Ну все, приступаем. Готовим? Готовим. Погнали. Сначала мы обжарим орехи. Орехи можно обжарить хоть на сковородке, хоть в микроволновке. Орехи обжарили, теперь их надо очистить от шелухи. Сгущенное молоко выливаем вот в такую посудину, выливаем всю баночку и добавляем сюда наш шоколад. Шоколад у нас темный, простой, без начинки. Добавляем обе шоколадки сюда, на эту баночку. Теперь перемешиваем и ставим все это дело на водяную баню. Орехи мы почистили, шоколад растопили. Сделали вот такую форму, пергаментом обложили и чуть-чуть смазали подсолнечным маслом. Готовы, Мишань, дальше делать? Готов. Теперь надо все делать это вот, вылить вот сюда шоколад наш. Красивый? Ага. Вообще красота, ребята, неописуемая. Теперь добавляем почищенные орехи сюда. Добавляем вот таким образом. И это убираем. Все перемешиваем тщательно, чтобы все перемешалось. Чтоб перемешалось все здесь. Может быть, конечно, лучше было заранее в той форме все перемешать, но уже сделал так. Сделал так, сделал, да? Ну да. Уже? Ты понюхай. Вкусно как пахнет. Уже хочет есть, да? Ага. Все, ребят, теперь убираем в холодильник. Ну, я думаю, часик надо постоять, чтобы все это дело застыло. Надеюсь, застынет. Застынет, Мишань? Да застынет, я думаю. И я так думаю. Разрешается облизать. И вот эту тарелку тоже можно объесть. А это дело убираем в холодильник. Вот такая вот она штука получилась с Мишаней. Маленько надо еще подзастыть. Но мы торопимся, все хотим быстрее попробовать. Подержали в холодильнике, ну, где-то минут 40. Она... Прикольно. Прикольно? Понравилось, Макс? Я пока не знаю, что на вкус. Ну так, облизывал это. Знаете, ребят, на что похоже? На что, мать? На плавленый сыр с орешком. Да? А Миш, как ты опишешь? Шоколадный плавленый сыр с орехом. Ну, должна вот эта штука должна резаться как бы кусочками. Видать, надо постоять ей подольше. Ну, почти застыло. Сейчас попробую. Я слушаю это. Печеньки как помазал. А, вот этой штукой намазывать на печенье. Ну да. Можно, да? Да, можно. Ну так прикольно. Так прикольно, Миш, ничего? Да-да, вкусненько. Очень сладко. Необычно. Для меня очень сладко. Сильно много тут сладости вот этой. Ну так, иногда побаловаться можно так. Разнообразие, да, сделать? Можно. Ну да. Ну ладно. Нам приятного аппетита. Будем пить чай на ночь, глядя. Все, всем пока. Пока-пока. Повар старший, ты где там? Всем пока! Ну и лакомство. Такому лакомству задница-то слипнется.
понапридумывали, понасмотрятся ютуба и делают всякую фигамотину.